Значит, Юлис, да. Вот ты и попался. Зачем ты организовал этот праздник? Потому что, ну, финансы не движутся на месте, не стоят на месте. Сейчас в мире происходит куча всяких политических несуразиц, и децентрализованные финансы — это, в принципе, наше будущее. Раньше же что имело вес? Физическая сила и разум, да? То есть компьютеры не участвовали в процессе. Сейчас же у нас компании трансформировались и стали неким киборгом, где люди объединяются вместе с машинами для того, чтобы решить какую-то поставленную бизнес-задачу. Это и есть смысл децентрализации, то есть это деньги следующего поколения. Виталик Бутерин тоже сказал, что DAO – это слоган 2022 года, потому что слоган 2021 был NFT. Мы придумали с Денисом Смирновым, с компанией инвесторов и с теми, кто работает в качестве C-левелов в Tier-1 блокчейн-проектах, интересный концепт, и мы сегодня его покажем. Супер, это звучит очень...